Сегодня в Тюмени обсудили безопасность на транспорте и в образовательных учреждениях. Выездное совещание с участием полпреда в Уральском округе провел секретарь Совбеза Николай Патрушев. По его словам, за последние два года в 18 субъектах страны произошло 24 резонансных преступления с применением оружия и взрывчатки. Продолжает расти подростковая преступность. В 2018 году число особо тяжких противоправных деяний, совершенных несовершеннолетними, возросло практически на четверть. Значительное увеличение таких преступлений, более 55%, отмечаются в Челябинской и Тюменской областях. При этом каждый третий подросток ранее уже совершал преступление. Эксперты считают, что такое поведение детей – результат не только плохого воспитания, но и слабой пропаганды семейных ценностей и распространения в интернете криминальных роликов.